чаще в Амстердаме. Через 5 часов у меня самолет в Португалию. Сейчас я жду машину. Я последний раз посещу свой любимый спортзал и отправляюсь в аэропорт. Всем пока и до встречи в Португалии. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke up if you got 'em, 'cause it's going down. Португалии. Не смотрите на мой фон, там разобранный чемодан. Так вот, ух-ух. Выглядит мое окно. Вот. Тут достаточно прикольно, красиво. Отель у меня хороший, это самое главное. К сожалению, в отеле нет спортзала. Я вот сейчас ходила узнавать, но тут нет его. Поэтому сейчас я буду заниматься здесь. Morning. I go to my workshop. I'm in Portugal now, and let's dance. We're going to workshop. I'm the first one, and I have a beautiful lyrical song. Yes, let's dance. We in Portugal. Hola, hola. Yeah. Сейчас я покушаю в номере и буду собираться, подготавливать свои костюмы к сегодняшнему шоу. Напоминаю, что мы в Португалии. Кто забыл? Ку-ку! Итак, первое, что я делаю, это я заматываю смешно мою голову и намазываюсь автозагаром Airbrush Lex. Он американский, я заказываю с Америки. Он очень хороший. Действует как макияж на тело, то есть он потом очень легко смывается и придает коже очень красивый, сильный, сценический загар. Так что всем советую, пошли мазаться. После того, как я нанесла этот загар, отбавила свои костюмы, я иду краситься. Ку-ку!
Я в Лиссабоне. Иду сейчас перед своим мастер-классом. Нужно купить шпилечки для волос, потому что я даю танец, в котором должны быть заколоты волосы, и нужно, чтобы она фиксировалась. В общем, ищу где-то магазин. Первым отличием, что вот я увидела в этом городе, это очень неудобный пол. Камни вот эти старые. Боже, не дай бог вам выйти в Лиссабоне в каблуках. У меня каблуки, я прошла буквально на метров 100-200. У меня на каблуках вот настолько стерлась подошва, каблук. Ёлки-палки, в общем, здесь нужно быть очень аккуратно, и кроссовки forever. Итак, я уже возвращаюсь в отель, и сейчас я хочу рассказать вам про свою сумасшедшую и очень странную традицию, которую я делаю, которая у меня есть. В каждой стране, в которой я перебываю, я обязательно покупаю газету новостную, и... Вот только что я купила ее опять в Португалии. Мне кажется, это очень интересно и круто, потому что, во-первых, через пару лет, через 10-20 лет вы можете посмотреть, что происходило на данный момент в этой стране, какая была ситуация, то есть это как взгляд в историю, взгляд в прошлое. Единственное, что мне сказали недавно, что они очень плохо хранятся, что бумага вот эта газетная, она просто рассыпается, поэтому я думаю, может их заламинировать или что. Вот, потому что мне очень нравится, у меня уже очень много газет разных, и, ну, с абсолютно всех стран, из Китая, и малайзийские газеты, японские, корейские, испанские газеты, французские газеты, португальская газета, аргентинская, бразильская газета, мексиканская газета. То есть у меня есть абсолютно все газеты, и причем они очень, ну, как раз такое время, в котором мы живем, очень сложное для нашей планеты. Очень будет интересно, что же будет происходить дальше, и потом будет очень интересно заглянуть в прошлое. Так что, если вы путешествуете, вы тоже можете взять такую себе традицию и делать такие вот вещи. Хорошо. Второй мастер-класс. Напоминаю, что я в Португалии. Сегодня очень важный для меня мастер-класс, потому что я буду давать фьюжн-песню «Дульче Понш» Кансава да Мар. Это очень известная песня в Португалии, португальская. Вот, и для меня это очень символично. И я надеюсь, девочкам понравится. Так что идем работать! Закончено. Второй мастер-класс, последний, оттанцован, проведен. И теперь мы едем в отель, потом ужинать. И завтра у меня самолет в Копенгаген. В Лиссабоне закончился мой мастер-класс. Я хотела показать вам, в каком месте проходили мои мастер-классы. Они сейчас машина забьет. Та-дам, та-дам, та-на-на-на, та-дам, 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 та-на-на-на-на-дам, на-дам, на-дам, та-на-на-на-на. Вообще очень жаль, на виде вообще ничего не передается. Кажется, как будто мы в каком-то очень плохом районе Украины. Это плиточки, все.
плиточки. Вот, плиточки. Ну, в принципе, в Париже тоже такое было. Сашулькин, привет. В ресторане в Португалии, в Лиссабоне. Очень интересный ресторан, не очень странно. Слишком много людей. И здесь будут сейчас играть фада, национальную музыку Португалии, традиционную музыку Португалии. Why you stop? Hello! I want to say hello too. Hello! Hello! Did you meet my friend, the great Alexandra? Yes! Alexandra the Great. Yes, I did. Mario, say hello. Hello! What are you doing? Ta-da! Oh my god! It's a magic! It's a magic! Ay, Moralía, de Gallo de Palma, onde um dia deixei presa minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado, certo foi.
really dance. She danced ballet. Yes. No, she's a belly dancer. Oh, she's a belly dancer. I thought it's a ballet. But she's a ballet. So. Okay. No, the style is ballet. Yeah. More than a belly dance. The music is finished. No. The music. Wow. Where do you guys come? Тут очень красиво, боже мой, тут очень красиво. Мне кажется, что в прошлой жизни я жила в Португалии. Я просто встретилась со своей любовью. Это волшебное, волшебное место. Так красиво. Марио. Мария. To my next destination. I don't want to go. I don't want to leave Portugal. It was very special days. No, don't go. No, I don't want. I don't want to go. Don't please, go, don't go, Mario. Please. Don't go, please. В порту пришло время чуть-чуть пошопиться. Я уже сделала первые покупки. И теперь я, как обычно, покупаю магнитики. Я очень люблю собирать магнитики. У меня весь холодильник обклеен всякими прикольными фотографиями, магнитиками, сувенирами. Там даже есть фотография картины Ван Гога. Поскольку, кто знает, я очень сумасшедшая поклонница его творчества. Так, поехали выбирать с вами. Такую с собой не хотите? Вот, смотрите. Все дома обклеены такими вот штуками тут, прикольными. Плиточкой, как у нас тут творит. Давайте выберем какую. Ангелочек. Кошечки. Кошечки. Нет, надо, чтобы было написано, что Лиссабон, потому что непонятно, где я была. Из Португалии выглядит вот так вот. Пособие для тех, кто не был в Португалии, но хочет, чтобы в холодильнике был португальский магнитик. Заходим в магазин плиточек. Просим забрать остатки плиток. Клеим магнит с другой стороны. Да-да, вы были в Португалии.